Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках пластиковый кейс, где находится сигнальный револьвер итальянского производства под названием Power Alarm. Поэтому сразу можно отметить, что данную модель револьвера удобно хранить, переносить, а также перевозить, поскольку внутри у кейса имеются поролоновые вставки. Поэтому при переноске, перевозке он не пострадает. В комплекте сам револьвер. Вот такой шомпол, ёршик. И паспорт в виде информационного листочка, где обозначены правила пользования револьвером. И также прописан серийный номер конкретного образца, который находится в данном кейсе. Надо отметить, что сигнальных пистолетов и револьверов, я имею в виду разных моделей, на рынке России довольно мало, поэтому выход каждого нового образца, если не грандиозный, то все-таки интересные события. Поэтому представляем вот такой сигнальный револьвер под названием Power Alarm. Перевести можно по-разному, но применительно сигнальной версии револьвера больше подходит название как мощный сигнал. Стреляет он действительно громко, поскольку используется не просто капсули, как в некоторых моделях револьверах и пистолетов, а вот такие шумовые патрончики калибра 5,6 мм. Поскольку они содержат небольшой пороховой заряд, то выстрел довольно громкий. Напомню, что на российском рынке разрешен оборот сигнального оружия калибром не больше 5,6 мм. Соответственно, в паспорте данный револьвер обозначен как калибр 22 лонг бланк, то есть на зарубежный манер, а по-русски это означает калибр 5,6 мм. Револьвер изготовлен из сплава металла, довольно увесистый, имеет такие рукоятки, которые похожи на смесь резины и пластика, поэтому держать довольно удобно. Для зарядки нужно нажать на кнопку и откинуть револьвер, точнее барабан, влево. Револьвер пятизарядный, внутри, вернее, с казенной части ствола видим, ствол заглушен втулкой, такой своеобразный деактив. Для зарядки вставляем в барабан шумовые патроны калибра 5,6 на 16. У меня в данный момент патрончики шумовые Гром. Можно использовать также, например, строительные патроны, которые применяются во многих сигнальных версиях пистолетов и револьверов, например, производства Hilti. После того, как снарядили барабан, защелкиваем его на место и можно вести стрельбу. Ударно-спусковой механизм у револьвера двойного действия, то есть можно как стрелять с предварительного взвода, сначала ввести курок, потом нажать на спуск, а можно просто нажимать на спусковой крючок, и будет автоматически взводиться курок, проворачиваться барабан, и затем произойдет спуск и выстрел. После стрельбы, соответственно, снова нажимаем на кнопку, откидываем барабан. И перед барабаном имеется такой шомпол. И одним движением экстрагируем все гильзы. Соответственно, снова заряжаем. Вставляем барабан на место и производим следующие 5 выстрелов.